Елизавета Федорова в свои 14 лет знает все о правах и обязанностях. Вместе с остальными ребятами она получила свой первый официальный документ. Говорит, что запомнит это событие надолго. Очень радостные эмоции, смешанные. В принципе, радостно то, что есть какие-то свои права и обязанности. Теперь я могу совершать какие-то действия, как уже полноценный гражданин Российской Федерации. Также совершать какие-то операции. На меня, конечно, возлагается ответственность. Теперь понятно то, что я уже не просто ребенок. Паспорт откроет юной леди двери в банк, а также в разные учреждения и организации, где она сможет реализовать свои права, например, устроиться на работу. Сегодня у вас такое знаковое событие. Вы получаете первый свой паспорт в жизни. Прошу его беречь, не потерять, потому что это действительно самый-самый главный ваш теперь документ. Вы вместе с паспортом, как уже сказал ведущий, получаете не только права дополнительные, которых у вас не было раньше, но и обязанности. Вместе с Лизой свой главный документ получили еще 16 школьников округа. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».